Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Иван Завьялов. Я эксперт Национальной ассоциации аукционных брокеров. Занимаюсь выкупом и реализацией имущества должников-банкротов. Сегодня я хотел бы вам рассказать о том, что наша профессия не имеет границ. Ввиду того, что я очень часто нахожусь в командировках, как по России, так и за рубежом, очень часто мне приходится участвовать в торговых процедурах, находясь вне дома, вне офиса. География очень широка. Это и Турция, и Кипр, и Финляндия, и Италия, и, конечно, наша матушка Россия огромная. Преимущество нашей профессии в том, что для того, чтобы технически выполнить подачу заявки, нам нужен компьютер, ноутбук, интернет и связь с покупателем для согласования цены, если это мы выкупаем по агентской схеме. Всегда в любой стране, в любом месте все эти составляющие присутствуют. Поэтому мы можем спокойно и свободно ездить, не привязывать себя к определенному месту, заниматься своими обычными делами, жить обычной жизнью и при этом участвовать в торгах, зарабатывать, что дает очень огромное преимущество перед многими профессиями. Я желаю вам хороших лотов, хороших побед, и пусть вы проводите торговые процедуры в красивых местах на берегу океана. С вами был Иван Завьялов. Ссылка на мои контакты под видео. Я с удовольствием буду рад видеть вас в рядах членов Национальной ассоциации аукционных брокеров. Пока!